солнце начинает уже садиться. Пиво у меня закончилось. Сухарики я съел. Вертолетов я так и не дождался. Сидел вот, втыкал, слушал птичек. Думал, может быть, все-таки прилетят. Ни одного вертолета, ни одного самолета, ни одного самоката, ни одного маката. Проверяю, не звонил ли мне кто-то, потому что я от рюкзака уходил, и может быть кто-то меня и набирал. Так, смотрим. Да. Меня никто не набирал, потому что я никому нахуй не нужен. По пути, короче, домой место одно нашел. Я его, в принципе, про него узнал. Мы здесь в детстве купались. Но вот смотрите, получается, это тополь. Вон, видите, какой он старый. Его уже здесь нету. Его вот выжигали, не знаю для чего. И вот буквально вот где я стою. То есть вот здесь вот тополь. И вот тут. Вот тут. Вот. Была уже вода. Вот это была такая колдобка большая. Здесь было много воды. А сейчас, как видите, где она? Очень хорошая фраза клеится. Где эта вода находится? Эта вода находится в узде. Вот она где аж находится. Смотрите. О, там что-то. Какая-то дыра. Вот как она идет. И... О. Ну что, ребятки, как и обещал, это не GoPro, поэтому я буду одной рукой рулить. Блять, одной рукой рулить. Вот, еду, видите? Дорогу выбрал, блять. Такую поровней. Ёбаный в рот! Кусты, сука. А одной рукой снимать. Это же не GoPro. Так бы я прицепил бы его на липучку или на шлем и снимал бы, комментировал бы. А так приходится, сука, одной рукой рулить, а второй снимать. Можно даже разогнаться. О, ебать трахтеть, ебать трахтеть. Сука. О, прям. Полетели!